Всем привет! Здравствуйте! Ну что ты так вздохнул? А мы начинаем трансляцию, я надеюсь, видео. Мы отходим от своих традиций, да, каждый год. Да. Мы выехали из дома в 6, в начале 7, да? В 6 утра. И едем в поисках теплой погоды. В общем, мы решили все-таки вырваться в отпуск. У нас ничего не получилось в запланированное время. Мы хотели съездить в начале сентября, но, к сожалению, заболели. И уже думали, что, возможно, мы никуда не поедем. Погода везде снова испортилась. Что-то напоминает прошлый год, но мы все равно поехали. Нужно развеяться, нужно выехать, так как предстоит такая вот погода, серая, пасмурная, московская, подмосковная. И мы хотим немножечко, не знаю, увидим мы лето там или не увидим, но едем на юга, едем на море. Куда мы едем? Пока не знаем, да? Это вообще... Ну, это правда, да. На самом деле, мы не знаем точно, куда мы едем. Мы немножко растерялись в этом году. Потому что обычно мы едем в Крым. Ездим в Крым каждый год. У нас уже такая традиция пошла в сентябре ездить. В прошлом году мы ездили в Крым, в Феодосию. И в позапрошлом году мы тоже ездили в Феодосию. За прошлым году нам вообще с погодой хорошо повезло, мы так хорошо отдохнули. В том году нам не повезло с погодой, но мы все равно отдохнули. И вот в этом году, по традиции, мы снова едем на море, но, похоже, мы едем в Краснодарский край. Я надеюсь, у нас есть еще время, чтобы определиться, куда конкретно мы едем. У нас мы обговаривали несколько вариантов: Геленджик, Новороссийск, Лазаревская, Адлер, да? В общем, много чего мы обговаривали, но пока мы точно не определились. Поэтому немножечко снимать я впереди камера на разметку разучилась. Буду учиться снова разговаривать на камеру, снимать. Может быть, кому-то будет интересна наша поездка. По крайней мере, я обещала, что буду показывать что-то интересное. Вот это что-то интересное наступило. Если не буду забывать включать камеру, буду показывать нашу дорогу. И, может быть, серия каких-то видео о нашем отпуске будет. Ну, а нам счастливого пути, хорошей дороги, легкой. Едем. А я сказала вообще, что сегодня 15 сентября. Может быть, не сказала. Вот сегодня 15 сентября. Здесь у нас мы уже едем по... Где мы едем? По М4 мы уже едем. На улице у нас 10 градусов всего лишь. Сейчас только мы выехали. Дождик моросил. Здесь вот нет дождя. Посмотрим, как будет меняться погода. Надеюсь, она будет меняться в лучшую сторону. Так у нас серо и пасмурно. И начинаются платные дороги. Так как у нас транспондер, мы едем на зелененькие. У нас остановка. Мы заправились на Газпроме.
офис нормальный. Нормальные туалеты чистые. Здесь можно посидеть, поесть, отдохнуть. Так, что там у нас? 95-й 52 рубля, 92-й 47-30. Немножечко похожу, подышу и поедем дальше. Ну что, мы заправились, перекусили, позавтракали немножечко. Чайку попили, по банану съели, взяли с собой погрызть печеньки. Пока еще рано, есть мы не захотели. Так, у нас без 15:11. Пасмурно, прояснений еще никаких нет, а мы где-то едем, где-то, наверное, около Воронежа, да? Где-то здесь уже должен быть Воронеж. Не знаю, сколько точно. Ты не видел сколько? Вот 47 километров поворот. До поворота, на да? На объездную. На Воронеж. На объезд Воронежа, да? В общем, едем дальше. Вот мы проехали Воронеж. И вот здесь вот прям в Воронеже, вот уже который год, прям как включают солнце. Всю дорогу едешь, пасмурно. Ну, это я про сентябрь говорю. Что в прошлом году также ехали. И тут раз, и как будто бы включили солнце, и так прямо стало тепло, светло и радостно. На улице плюс 16, соответственно, теплее на 6 градусов, чем у нас там, когда мы выезжали. Так что вот мы едем, все по платным дорогам. Не знаю, сколько списывается, потом посмотрим. У нас транспондер. Не везде, да, написано? Не везде пишут, сколько списывают. Вот Воронеж у нас в стороне остается. И появляется солнышко. Столики, прогулялись, подышали, помыли руки. Сейчас... Ноги помыл. Уши. Сейчас мы пообедаем и поедем дальше. Так хорошо, свежо. Здесь дождь прошел, видимо, недавно. Так, ну вот мы здесь сейчас.
пообедаем. Цивилизованно, чисто. Хорошо. Спасибо этому месту. Кормили лица, да? Мы поели. Теперь мы о еде думать не будем. Двигаемся дальше. Где мы точно находимся, я не знаю. 720 километр от Москвы. 720 километр от Москвы, да. 731 написано, видишь? Ну, 731. А, это от дома от нашего. А, ну да. Хорошее место. Чистенько. Подышали, походили, помыли руки, поели. И поехали. Вот оно и солнышко опять вышло. Плюс 17 на улице. Заправиться на Лукойле в этот раз. Сейчас хочу показать цены. Так, 95, 55, 77, 92, 49, 67. Вот так вот. Тепло, уже без кофты можно ходить, плюс 25. Помаши рукой. Привет. Тебя надо чем-то угощать? У нас есть что-нибудь ему угостить? Ой, а их тут двое. Говори, сейчас подожди, сейчас угостим тебя, и тебя тоже угостим. Смотри, ждет. Хвостиком виляет, дружественно. Обоим, ой. Ничего себе вы заглатываете. Приятного аппетита. Ну, угостили. Что же сделаешь-то? Жуется. Они уже вон там пасутся. Ой, там ребеночка кормит. Девушка. Они туда пошли. Угощение просят. Еще и третий появился. И поехали. Продолжение следует...
что-то. Не знаю, да, наверное. Ну, наверное, да, этот музей. А, видишь? Вот парк. Да, вот парк Патриот. Наверное, этот. Ну да. Вертолеты. Это нам надо на обратном пути с тобой, наверное, заехать, да? Остановились на заправке, зашли умыться, чуть-чуть походить. На Газпроме вот здесь остановились. Очень долго мы простояли в пробке. Ну, не знаю, сколько, минут 30 точно, может быть, даже больше. После Аксая попали в пробку, в какую-то жуткую. Потеряли опять время. Ну, ничего, едем. Пока. Сколько время? 19:48. Пока едем еще. Вот так вот. Ну, давай еще. Минутка спорта. Разминка. В пробке мы засиделись немножко. Все, сейчас все, поехали. Отели остановились. Такой вот выключи пока. У нас будет две кровати. Вот такие вот. Замечательно. Запах свежести. В санузле запах хлорочки. Так.
душевая кабина. Все, мы сейчас отдохнем. Так, время у нас, я не сказала, 21:38. Вот мы заселились. Все. Это я уже назову потом, как называется-то, я чуть не помню. Вот, мотель Поляна. Справочник гостя. Не рекламы ради, как говорится, просто вот ехали, нашли вот на заправке Роснефть. Остановились уже и все хорошо. Все, мы отдыхаем.